обитательница земли леопарда нашла своих покровителей с имя Илакоу. Ми Иракоу. В переводе означает Илакоу. Непокорная Иракоу. Имя Мия в переводе означает «непокорная». Самка стала одним из 125 леопардов, которые имеют в национальном парке земля леопарда, своего покровителя. Хранителем леопарда Мии стала российская компания Greenway Global после проведения большой научной экспедиции в Приморском национальном парке. Мия уже достаточно взрослая кошка, она выходит на самостоятельную охоту, однако продолжает держаться возле своей матери самки Лео 99F и сестры Мия, представитель третьего поколения леопардов, за каждым из которых свелось наблюдение в парке. Так за дедушкой Мии леопардом, долгожителем по имени Армеец, исследователи наблюдают с 2011 года. Рассказали в телеграм-канале Нацпарка. Ранее охотники сообщали, что на территории нацпарка «Земля леопарда» встретили охотника с заряженным ружьем, который по его словам забрел на территорию случайно.